Регулярно протравленное зерно сорта Корнет Элита. Протравливали протравителями Хэт-трик трехкомпонентный против болезней и вредителей. А также добавляли флудоксанил для длительного периода защиты. Добрый день, уважаемые сельхозтоваропроизводители! Сегодня у нас 10 июня 2024 года. Карагандинская область, Осакаровский район, село Родниковское, ТО «Евразия Инвест». Здесь было поле залежное. Можно судить это вот по вот этой вот растительным остаткам этим. Здесь какие мы операции произвели? Здесь была осенью вспашка, весной этого года произвели культивацию, закрытие влаги, так скажем, после чего спровоцировали весь сорняк, обработали августовскими препаратами, это торнадо, после чего мы видим, да, вот такой вот результат. После обработки торнадо мы прошлись глубокорыхлителем Эрма Леванте на глубину 65 сантиметров, коллеги, 65 сантиметров здесь вот. На данном месте произведена вот глубокая обработка на глубину 65 сантиметров, после чего мы закрыли влагу культиватором Кёкелин Soil to Soil, закультивировали почву вот такую вот и следом еще забороновали. Мы видим, да, все поле уже готовое к посеву. Вот пыль стоит. Снизу вот видите, да, грязь. Сеялки у нас CZT. Смотрите, коллеги, какая структура почвы. Она уже поспела. Прогрелась. Весной две культивации, одно баранование и вот глубокое рыхление. После глубокого рыхления мы можем, вот, коллеги, наблюдать. Это вот ходит у нас трактор Бюллер с бараной Велес зигзаг. Да? Вот подготовили финишную обработку почвы. На этом поле мы разбросали 600 килограмм сульфамафоса под полив. Вы видите, да, вот растительная система, получается, она поливала. И следом мы разбрасывали удобрения. 600 килограмм на 1 гектар здесь было внесено сульфамафоса. На сегодняшний день почва готова, к финишу уже мы подошли. И будем сеять сеялкой аналог СЗТ, Вита 5,4 метра. Норма высева 220 килограмм на 1 гектар. Квадратный гнездовой, перегнездок гнездовой еще называют его. Да? Крест-накрест будет под углом немножко, чтобы трактор легче шел. Совместным внесением, получается, сульфамафос еще. Провели посев. Сорт Корнетто. Глубина посева сейчас будем смотреть. Ну, она как раз во влажной почве. Вот здесь 5 сантиметров вот составляет. Вот видно, вот на двойке. Вот земля. 5 сантиметров.